Три землетрясения подряд с начала года произошло в Дагестане. Первое землетрясение произошло в Токбасаранском районе. Подземный толчок магнитудой 5,1 балла ощущался на всем юге нашей республики и в Хачмазском районе Азербайджана. Второе с магнитудой 4,2 балла было зарегистрировано 3 января в 10 километрах от побережья Дербентского района в акватории Каспийского моря. Информация о погибших, пострадавших и разрушениях не поступала. Ну а 4 января в 5 километрах севернее от Дербента произошло еще одно, уже третье землетрясение магнитудой 3,4 балла.